наше время таких баллов не было, и я завидую, что мы с этим не столкнулись, а у детей, подрастающей молодежи есть такая возможность прикоснуться к военным традициям российской армии. Кадетство издревле было примером для подражания для всех молодежи, для учащихся обычных каких-то учебных заведений. И для детей это очень важно является, что они приобщились к таким традициям и могут себя достойно и как в военной сфере, как кадеты, так и в гражданском обществе какими-то элементами этикета владеют и отличаются от других, так сказать, простых учащихся.